В эфире программа «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Сегодня со своим особым мнением в нашей студии Игорь Рубанов, заместитель директора Центра дополнительного образования одаренных школьников, кандидат физико-математических наук. Игорь Соломонович, добрый день. Здравствуйте, друзья, здравствуйте. Вот мы дожили, наконец, до весны. Солнышко светит. Ну, прогноз погоды, да, на эту неделю, если заглянуть, то... Каждый день солнце и устойчивое плюсовое температура. Да, прекрасно, да. Прекрасно. Если бы еще все остальное соответствовало этой погоде. Ну, о том, соответствует или не соответствует, мы сегодня будем, конечно же, говорить, будем затрагивать темы, не только связанные с образованием. Я напомню о том, что на сайте hakirova.ru есть аудио и видео трансляция нашего эфира. Кроме того, есть там возможность задать вопрос гостю особого мнения. Есть вопрос, адресованный и вам. Подпись под вопросом Елена Кантер. Ну, я думаю, ну, могут, конечно, быть совпадения, но можно подумать, что здесь Елена Кантер – это экс-руководитель можно кафедры высшей математики. Да. Да, ГГУ. Да. Вот какой вопрос он задает. Уважаемый Игорь Соломонович, если бы вам вдруг, в кавычках, выделили неограниченное количество средств и предложили создать на них свою школу, вы бы согласились? Первая часть вопроса. Ну вот 20 лет назад я бы, не колеблюсь, ответил да. Сейчас силы уже не те, конечно, но поскольку мне этот вопрос и перед эфиром озвучили, я немножко подумал и решил, что, наверное, все-таки согласился бы. Но, разумеется, не один, а с помощью товарищей. Нужна команда. Да, конечно. Вы бы видели себя в качестве руководителя этого образовательного учреждения? Я бы видел себя не в качестве руководителя этого учреждения, а я бы видел себя в качестве... Ну, как бы это сказать, руководителя попечительского совета, может быть, человека, который занимается какими-то стратегическими вопросами. Но что касается повседневного руководства, я думаю, что тут надо бы людей помоложе, которые могли бы с этим справиться лучше. В общем, вам было бы сподручнее давать некий вектор развития, да, совершенно верно. Нежели заниматься совершенно ежедневными хозяйственными вопросами. Быть чем-то вроде Аятоллы Хомейни в свое время в Иране, который не был руководителем, но был духовным вождем. Но я не хочу громких слов говорить. Просто, да, задавать вектор развития как-то немножко, может быть, что-то поправлять, если оно идет не так. А что бы за уклон был у этого учреждения? Уклон? Нет, ну видите, во-первых, неограниченное количество денег – это фантастика. Если бы у меня было неограниченное количество денег, то я бы, наверное, не только школой занялся, но и многим другим. Скажем, дороги для начала отремонтировал бы. Угу. Вот. Ну, какой уклон был бы? Вообще, я всю жизнь занимался работой с одаренными детьми, наверное, и там был бы такой же уклон. Вот. Но это, что касается вот лично меня, я думаю, что кому другому да эти деньги, так он что-нибудь другое создал бы. Ну вот дальше в своем вопросе Елена продолжает, какие предметы бы были в этом учреждении? Какие предметы бы были? Да, какие бы правила в ней установили? Правила? Спартанские, ну, да? Нет, я думаю, что это вопрос не на одну минуту и даже не на один час. Я могу только одно сказать, что эти правила были бы, возможно, более естественными, возможно, более разумными. А уж вот какими бы они точно были, я скажу, что там, конечно, был бы какой-то элемент принуждения в этой школе. Потому что дети сознательно совершить правильный выбор могут далеко не всегда. Это старый педагогический спор. Надо ли абсолютно свободную школу делать или... Но если мы хотим чему-то всерьез научить... то элемент принуждения должен быть, конечно. Но он, конечно, должен сводиться к минимуму. Скорее, не принуждение, а в мягкой форме направления на нужный путь. Вот. А что бы там было? Ну, все предметы, которые нужны для развития точной, естественной, гуманитарной науки. Вот. Чего бы там точно не было, так это вот патриотического воспитания в специальной форме. В форме уроков патриотического воспитания. Я хотел продолжить, да, вот как бы да. С идеями, с идеологией. Значит, что касается идеологии, я всегда считал, что если люди живут правильно, то никакая специальная идеология им не нужна. То есть у них, конечно, будет идеология в глубине души, они, конечно, будут ее придерживаться. А дети на это будут смотреть, и если это будет правильно, то они будут жить так же. А правильно это как? А вот это я затрудняюсь сказать, потому что с разных точек зрения это по-разному, наверное, выглядит, что такое правильно. Ну,
Я думаю, что правильно это как минимум живи сам и давай жить другим. Вот это правило, я думаю, бесспорно. Что касается всего остального, надо смотреть. Разумеется, эти люди должны расти людьми, которые любят свою родину, но при этом надо понимать, что любовь к родине – это вовсе не безоговорочное исследование в фарватере всего, что тут происходит. Это желание сделать свою страну лучше, причем не только сегодня, но и в будущем. Вот. Я думаю, что эти вещи никогда не воспитываются в лоб. Все, что происходит в лоб, оно, как правило, дает результат скорее негативный, потому что молодежи свойственно, да, особенно молодежи, да и не только молодежи, если что-то навязывают очень старательно, ей свойственно это отрицать. И история показывает много примеров, как это было. Я думаю, что умножать их количество людям, которые знают историю, имеют кое-что в голове, не стоит. Поэтому, конечно же, люди учились бы любить свою родину, но это происходило бы не в лоб, это происходило бы путем самого процесса. Все бы происходило так, но, видите, тут надо не только в школе что-то исправлять в этой ситуации делать, тут и на родине надо бы кое-что исправлять, чтобы ее было не зазорно любить. Но это выходит далеко за рамки того, что мне было предложено. Вот как раз сейчас, да, перед передачей я вам озвучил, да, инициативу Петербургского законодательного собрания. Известия конкретно ссылаются на депутата Заксобрания Петербурга Андрея Анохина. Видимо, счел он, что недостаточно внимания уделяется в российской школе духовно-нравственному воспитанию. Выходить сейчас будет Заксобрание Петербурга на Госдуму с предложением включить соответствующие поправки в закон Российской Федерации об образовании. Вот даже депутаты прописали, что есть духовно-нравственное воспитание. Это целый набор принципов, которые преображают человека. Отсутствие эгоизма, борьба с общественным потреблением, семейные ценности, уважение к ближнему, любовь к своему государству и народу, приоритет общественного блага над личным и прочее. Нужны такие поправки? Вы знаете, Николай Васильевич Гоголь, великий русский и украинский писатель, в свое время вывел замечательный образ помещика Манилова, который мечтал о том, что вот хорошо бы тут пруд завести, да чтобы остров был, да чтобы был мостик, и утки бы плавали, и чтобы весь народ рукоплескал, когда он по утрам встает и выходит из своего дома. Нет, ну мечтать не вредно, в общем. Но если у господина Анохина есть средства реальные сделать людей вот такими, как сейчас было сказано, ему просто поставят памятник, я думаю, высотой с небоскреб, если он научится делать людей не эгоистами, там, любящими семью и прочее. К сожалению, на пути этого дела есть одно небольшое препятствие, которое называется биология. Человек так устроен, что он, в общем, эгоист по натуре. И более того, если все будут альтруистами, то род человеческий довольно быстро вымрет. Это строго доказано людьми, которые, в отличие от господина Анохина, немножко разбираются в социологии, в групповом поведении и так далее. Вот. Поэтому, ну что, ну, остается только сожалеть, что у нас депутатами являются люди, которые вот столь похожи на незабвенного Манилова. Вот. Я очень надеюсь, что эту глупость не будут проводить в жизнь. Потому что, как я уже говорил, патриотическое воспитание состоит не в том, чтобы записать его в программу и проводить уроки патриотического воспитания. Как тут недавно по другому поводу было замечательно сказано, по поводу того, что вот надо популяризировать рабочие профессии, что абсолютно правильно. Вот. А дальше, значит, какими же методами? А давайте проводить конкурсы профессионального мастерства, шоу и прочее. Я не помню, кто там был комментатор, но он замечательно сказал, что проведение таких шоу может популяризировать только профессию шоумена и ничего больше. Хочешь попасть в цель, целься под яблочко. Надо, ну, это же получается ерунда такая же, как у первобытных охотников. Вот первобытные охотники рисовали на стене пещеры оленя, кидали в него игрушечные дротики и верили, что это поможет на реальной охоте. Понимаете? Или, скажем, как в культе Вуду, делают чучело врага, втыкают в него булавки и верят, что это поможет победить реального врага. Вот примерно такими же вещами занимаются и здесь. Ну, коли уж мы заговорили про патриотическое воспитание, как эта концепция новая нужна?
Да не концепция нужна, работать надо. Я уже сотню раз это здесь говорил и в разных других местах. Работать надо. Работать надо каждый день. Помнить об этом надо каждый день. Жить надо так, чтобы людям, глядя на тебя, захотелось что-то такое сделать и измениться как-то. Да еще и без всякой гарантии. Потому что люди разные бывают. И некоторым людям, сколько чего не показывая, все равно это не поможет. И опять же причины в биологии. Потому что доказано уже довольно давно, что для того, чтобы общество процветало, там должно быть определенное соотношение эгоистов, альтруистов и прочего. И при нарушении этого соотношения в любую сторону возникают у общества проблемы. Поэтому вот такое желание все исправить, все наладить, все улучшить, оно в лучшем случае ни к чему не приводит, а к худшим приводит к тоталитарному обществу, когда людям начинают навязывать счастье. Вот. Загоним людей к счастью железной рукой. Как вы болите 66, а кто у меня не будет счастлив, тому я покажу. Собственно, этим всегда заканчивается, если последовательно проводить. Но, слава богу, человек ленив, и последовательно проводить этого, скорее всего, не будет. Да, ну, давайте сейчас обратимся к событиям, последним событиям, произошедшим в нашем городе. Как известно, да, на прошлой неделе у нас произошли некие изменения в структуре Департамента городского образования, а вернее, своей должности лишился глава департамента Владимир Кадычагов. Да-да, в связи с падением. Да, в связи с падением снега на двух девочек в 147-м муниципальном детском саду. Ну, как известно, директор этого детского садика тоже лишился своей должности. Зам главе администрации Шумайловой Светлане было вынесено предупреждение на ненадлежащем контроле за ситуацией. Вот как вы оцениваете такое решение? Ну, что значит главы администрации? Директора садика уволили совершенно правильно. Я бы еще и судил за эти вещи. Потому что если ты делаешь или не делаешь что-то, и следствием этого является смерть человека, за это надо отвечать. Но тут о смерти речи не идет. Ну, к счастью. Тяжелые травмы там. Да, девочка одна больше пострадала. Ну, слава богу, повезло. А если бы не повезло? Значит, но что касается господина Кадычагова, то я не знаю, насколько он виноват. Понимаете, есть такое понятие эксцесс исполнителя, если ты поручаешь что-то исполнителю, а он в ходе этого чего-то, ну, скажем, ты ему поручил охранять там здание, а он взял и убил человека. Виноват в этом исполнитель, а не тот, кто ему поручал. Я не знаю, насколько здесь вина господина Кадычагова. Этот вопрос надо изучать. Если окажется, что все-таки это был эксцесс исполнителя, ну, не может же Кадычагов бегать по городу и смотреть на каждый садик и разбираться там, понимаете? И вот если бы эти вещи массово происходили, там 2-3 случая, ну тогда да, тогда это система. Единичная. Вы имеете в виду систему именно образовательную учреждение? Да, да, конечно, конечно. Вот. А так, ну ведь не увольняет же никто людей, которые за ЖКХ отвечают. Хотя падений тут более чем достаточно. Ну, кстати, вот 12 марта стало известно, что Следственное управление по Кировской области все-таки возбудило уголовное дело по статье «Халатность». И правильно возбудило. На чиновников городской администрации, ну, вот, в частности, об этом «Вятский наблюдатель» пишет, там, правда, пока не перечисляются пофамильно, поименно чиновники администрации. Ну вот глава Следственного управления есть Григорий такое... Житюнев заявил, что речь идет о заместителях главы администрации, которые отвечают за ЖКХ. Ну, этим господам, наверное, надо отвечать, потому что это их прямая обязанность. А у Кадычагова много других обязанностей. И вот, то есть в городе это имеет, ну, не то чтобы особо массовый характер, но тут ни один и не два таких случая в этом году произошло. Хотя, конечно, можно вспомнить и другое. Можно вспомнить нашего уважаемого председателя Совета Федерации. Валентина Ивановна. Валентина Ивановна, да, которую Бабой Валей называли в Питере. Когда, во времена, когда она была мэром, губернатором, точнее, Петербурга, там в центре города были места, напоминавшие блокаду. Я никогда не забуду, как я стоял на Невском в створе улицы Марата. Это одна из центральных улиц, рядом с Московским вокзалом. Она была во всю ширину засыпана снегом, а посередине змеилась такая тропинка. Вот не смотри по сторонам, и тебе может показаться, что ты в 42-м году. Ну и что Валентина Ивановна? Она была отстранена от должности, было возбуждено уголовное дело. На повышение пошло. Да, как говорится, если ты украл железную дорогу, ты станешь сенатором. А если ты украл булку, то тебя посадят в тюрьму. Видимо, закон природы, не иначе. Потому что это мудрость была в Соединенных Штатах в XIX веке.
Вот. Но, тем не менее, я думаю, что в этом году в Кирове возбуждение уголовного дела вполне оправдано, потому что случаев-то довольно много. Ну вот Слободской, да, как раз-таки. Из Слободского в выходные пришла трагичная новость о том, что в ночь на субботу, с пятницы на субботу, шестилетняя Рита Южанина, на которой тоже лед рухнул с крыши жилого дома погибла, скончалась, да, не приходя в сознание, она почти неделю находилась в коме. Ну, там руководители города себя вполне достойно повели. Да, один ушел в отставку. Глава администрации ушел в отставку, другой подал вопрос. В отставку. Правда, у него отставку не приняли, насколько я знаю. Да. Вот. Но если ему сказали, ты иди налаживай чистку крыши, а не болтай тут об отставке, то это совершенно правильно. Опять же, надо разбираться конкретно, виноват человек, не виноват человек, что это было. Эксцесс исполнителя или это недостаток системы. Вот. Если городская дума отказала ему, ну, наверное, у нее были основания для этого. Я надеюсь, что теперь он все-таки будет больше обращать внимание на чистку крыши. Ну и опять же, в выходные поступило заявление от Рычкова о том, что они вместе с Кашиным, с главой администрации, который ушел в отставку, готовы взять на себя расходы по погребению. Вполне достойное поведение. Одно могу сказать. У этих людей есть совесть, по-видимому. Это всегда хорошо. А если перекладывать ситуацию на наш город? На Киров, почему? Такое невозможно или возможно? Возможно, наверное. Но об этом надо лучше спросить у тех людей, которые за это отвечают. Возможно и необходимо, по-видимому. То есть, если бы, не дай бог, такое случилось со мной, то, наверное, я бы все-таки скорее сделал так, как в Слободском люди сделали, чем так, как сделали здесь. Но другой вопрос, хватит ли у них денег на организацию. Вот. Тут надо. Я заметил, что после того, как вот эти трагические случаи произошли, народ забегал, стали чистить крыши, так вот стоишь, смотришь, вот тут чистят и там чистят. Если бы они еще чистили без таких трагических случаев, то, наверное, было бы лучше. Вот. Но конкретно это надо оценивать, надо конкретно смотреть. Вот у меня мало данных, чтобы это оценивать. Поэтому я вот такими общими словами, наверное, и ограничусь. Но в любом случае следственное управление, да, будет заниматься. Следственное управление, я думаю, разберется более конкретно, на то оно и следственное управление. Так что. Я напомню, что это особое мнение Игоря Рубанова, заместителя директора Кировского центра дополнительного образования, одаренных школьников. До перерыва я предлагаю поговорить о ситуации, не связанной уже, да, с образовательной деятельностью, но не менее обсуждаемой в последнее время в нашем городе, это центральный рынок. Да. Центральный рынок. На прошлой неделе мы в студии общались с одним из предпринимателей, работающим на центральном рынке. Она, собственно, высказала свою позицию, позицию своих коллег. Никуда с центрального рынка не хотят они уходить, все там ни в Ганино, никуда, не против реконструкции какой-либо. Вот вам. И я тоже не хочу, чтобы они уходили с центрального рынка. Потому что рынок в городе, по сути дела, один. Но есть еще Октябрьский, но он гораздо меньше. Там гораздо. Я некоторые вещи, которые мне нужны, покупаю на рынке. Мясо покупаю на рынке, зелень покупаю на рынке, овощи. И меня совершенно не устроило бы, если бы там вместо рынка появился там 12-й по счету торговый центр. Ну, черт возьми, напротив рынка торговый центр. Этот самый, как его, мега. Максимум. Максимум, да. Напротив него тоже торговый центр. По одной стороне с рынком. Строят торговый центр на углу Ленина и Воровского. Гринхаус построили, метро построили, мол построили, черта дьявола построили. Это прекрасно, я этими центрами с удовольствием пользуюсь. Но все-таки рынка они не заменят в определенных вещах. И я совершенно солидарен с теми, кто там работает. Мне вот лично рынок нужен в нынешнем формате. А все эти затеи очень сильно отдают лоббизмом торговых сетей. И вот это мерзко. Потому что все эти разговоры о том, что вот население там этого просит, да не просит этого населения, бросьте. Этого просят лоббисты, я уж не знаю, каким образом они этого просят. Каким образом они добиваются благосклонности тех, кто решение принимает. Мысли всякие возникают. Я бы хотел, чтобы рынок был в этом формате, на этом месте. Ну, сами предприниматели не против для того, чтобы торговля осуществлялась, ну, в каких-то более цивилизованных условиях. То есть, внешне, чтобы это выглядело. Да нет, ради бога, если там новые павильоны построят, красиво, если там усовершенствуют, это все хорошо. Но вот если там еще один торговый центр возникнет, а рынка не будет, или его сильно переформатируют, так что туда, скажем, уже люди не смогут с улицы прийти, это будет очень плохо. Я, как житель города, сильно возражаю против.
А вы верите в то, что если массово жители города по этому поводу выскажут свое недовольство, да, это остановит, собственно, власти? Верю. От планов. Верю. Весь вопрос в том, насколько массово народ захочет высказать свое недовольство. Вот. Я считаю, что с торговыми центрами в городе особых проблем нет. Вот лично мне, скажем, немножко мешает тут отсутствие АБИ с Икеей. Это было бы хорошо, если бы. Но они, у них стратегия города-миллионники. Вот в Казани там очень хорошо это все смотрится. Вот. Но это другой вопрос. Тут ведь не он решается. Поэтому рынок нужен. Да, это особое мнение Игоря Рубанова, заместителя директора Кировского центра дополнительного образования одаренных школьников. Вот буквально на днях тоже появилась инициатива, тоже связанная с обучением. Председатель комиссии Общественной палаты России по безопасности Антон Цветков предложил министру образования и науки Дмитрию Ливанову обязать российских школьников сдавать зачет по правилам дорожного движения, для пешеходов причем. Обучение ПДД, по мнению Цветкова, может осуществляться в рамках курса ОБЖ, основы безопасности жизнедеятельности. Будут ребята демонстрировать свои знания, будут получать за это оценки, но, по мнению Цветкова, на итоговых баллах в аттестат зрелости это никак не должно сказываться. Вообще, на самом деле, дискуссия по поводу того, надо или не надо обучать школьников ПДД, идет давно. Ваше мнение? Мое мнение, но я думаю, что ничего дурного в обучении школьников правилам дорожного движения нет. Тем более, что многие из них потом сядут за руль. Но я уж не говорю о велосипедах там и прочем. Конечно. Другое дело, а что будет с теми, кто зачет не сдаст? Им на улицу запретят выходить или как? Значит, но ничего дурного в просветительской деятельности вот такого плана, если это не будет влиять на аттестат, нет. Я считаю, что это вещь полезная. Тем более в рамках ОБЖ, который, собственно говоря, для того и предназначен. Чтобы люди жили в безопасной среде, вели себя так, чтобы не подвергали себя ненужной опасности, конечно же. Да и в Советском Союзе это было. Вон в лагере Вишкель, где вот мы летом находимся, там автогородок был оборудован, где дети учились правилам дорожного движения, там ездили по этим дорожкам, уж не знаю на чем, на самокатах там или вот. По-моему, это не вредно. А возраст, с которого стоит начинать? Ну, не знаю. Самых азов? Я думаю, что с любого возраста, где человек уже способен что-то понять. Потому что по улицам ходят все. И уж агитировать людей, чтобы они катафоты в темное время на одежду наклеивали или пришпиливали к ней, это совершенно необходимо. Потому что я сам за рулем. И когда едешь в темное время суток по населенному пункту, я всегда включаю дальний свет, потому что я боюсь. Вот не дай бог, кто-то на дорогу выскочит, я его не замечу. Это страшно. Но тем самым вы создаете проблемы другим участникам движения, которые едут вам навстречу. Я не создаю проблем другим участникам движения. У меня свет автоматически отключается, когда появляется машина, встречная или попутная. Ясно. Давайте сейчас прервемся на небольшую рекламу, небольшую паузу сделаем, после которой продолжится особое мнение Игоря Рубанова. Особое мнение на 101. Продолжается программа «Особое мнение», и сегодня это особое мнение Игоря Рубанова, заместителя директора Кировского центра дополнительного образования одаренных школьников, кандидата физико-математических наук. Хотелось бы перейти к теме цен. Цены на лекарства, цены на продукты. Буквально на прошлой неделе стало известно, что крупнейшие сетевые магазины, в том числе «Магнит», «Пятерочка», заморозили, по крайней мере, до мая цены на социально значимые продукты. Там порядка двух десятков наименований. Ну, видимо, не на все разновидности, а на какие-то. Ранее заморозки цен говорили российские власти, но на уровне там, страны пока никаких решений не принято. Вот заморозка. Как вы ее оцениваете? Я как ее могу оценивать? Так же, как экономисты это оценивают. Так, локально это может быть благо. В небольших размерах, в ограниченном времени. Если глобально устраивать заморозку, она ведет к дефициту, это известно. Потому что если цены не устанавливаются экономически, то торговать становится невыгодно, и товар придерживают. Это мы видели в Советском Союзе. Поэтому, если это делать аккуратно, на небольшое время, в ограниченных масштабах, именно в целях поддержки малоимущих, которые оказались в тяжелом положении во время кризиса, при хорошем исполнении грамотном, это, наверное, правильный шаг. Хотя, мне кажется, гораздо правильнее была бы система продовольственных талонов,
которые адресно выдавались бы этим самым малоимущим, они бы их отоваривали. Вот. Но если это делать глобально, на уровне государства, но, насколько я знаю, премьер-министр не сторонник. Он неоднократно высказывался, что... Но все-таки он экономист, ну, юрист. Вот, да. Значит, Медведев не исключил на прошлой неделе, что нуждающимся малообеспеченным слоям населения будет все-таки осуществляться какая-то адресная помощь продуктами питания. Но непонятно пока это будет место, куда сможет человек прийти, взять или оставлять. Наверное, это все будет, формат, наверное, будет продуман. Но, в принципе, мне эта вещь кажется более правильной, чем заморозка цен. Потому что заморозкой цен могут пользоваться все. В том числе и те, кто совершенно не нуждается. А вот адресной помощью, да, будут пользоваться только те, кому она предназначена, хотя, конечно, вокруг этого тоже может накручиваться много всего, но это уж жизнь такая. Да это, не знаю, это не откат такой назад существенный. Ну как не откат? Позорный. А если война? Опять в талонной системе. А если война завтра? Она тоже может привести к талонной системе. В Англии была талонная система во время войны. Это был откат? Ну, вынужденная мера. Вот именно. Сейчас кризис, и кризис жестокий. Поэтому говорить о том, что сейчас надо себя вести вот прямо уж вот так, как предписывает наука о свободном рынке, она много чего предписывает. Про войну вы сейчас на полном серьезе? Ну что значит? Я говорю, если. Хотя, конечно, то, что происходит, заставляет задуматься о многом. Я совсем не исключаю того, что это может случиться. Хотя, на мой взгляд, вероятность невелика, но... Если обе стороны будут друг друга накручивать, то процесс может стать самосбывающимся. А что вас беспокоит больше всего? Что меня беспокоит больше всего? В рамках разжигания, да. Меня беспокоит то, что и у нас, и на Украине, и отчасти и на Западе тоже происходит вот раскручивание каких-то ура-патриотических настроений, создание образа врага. Понимаете, когда всерьез глава государства начинает говорить о приведении в полную боевую готовность ядерных сил, то мне становится страшно. Я в детстве пережил Карибский кризис, слава богу, я был несмышлен еще и не понимал, что происходит. Если бы понимал, я думаю, что можно было бы и посидеть. Но советский народ не особо-то держали в курсе того, что происходит. Но ядерные силы – это не игрушка. Но я надеюсь, что руководители государства это тоже понимают. Уверен даже. Потому что некоторые комментарии были более радикальны, чем высказывания Путина. Значит. Ну вот многие, многие эксперты сейчас, кстати, выступают за то, что пока еще это далеко-далеко не дно, ну, экономической ситуации, я имею в виду, в России. Ну, и, в общем-то, в частности, бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что ситуация усугубится к ноябрю месяцу. Этого, может такое случиться, года. Наверное, если Видите, Кудрин так говорит. Предпосылки для этого. Ну, вы знаете, я не Кудрин. Я думаю, что Кудрин все-таки в основном говорит дело. И, наверное, можно предположить, что так оно и будет. Но есть такое понятие лаг. Это временное расстояние между причиной и последствием. Вот. Ну, грубо говоря, инкубационный период каких-то ухудшений. Вот. Если вы заразились сегодня, то вы можете заболеть через месяц. То же самое с экономикой происходит. Вот. То есть, или если у тебя, скажем, ожог, то ты начинаешь умирать от последствий разложения тканей там, через 4-5 дней. Ну, примерно то же самое может случиться и у нас, если последствия эмбарго, последствия того, что много денег уходит на военные нужды, на правоохранительные органы, значит, все это в короткой перспективе не очень страшно, а вот в среднесрочной и долгосрочной перспективе это может уже довольно, достаточно сильно ухудшить жизнь. Вот, и поэтому вполне может быть, что и в ноябре там еще не дно будет. А какое будет дно, вот честное слово, я могу повторить слова Скарлетт О'Хара, об этом я подумаю завтра. Потому что думать об этом сегодня, это портить себе сегодняшний день, а завтрашний уже испортит и без меня. Так лучше как-нибудь. На протяжении последних нескольких месяцев чиновники разных уровней заявляют о том, что нужно экономить, урезать расходы на содержание самих этих госструктур. Вот депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, члены правительства Российской Федерации у нас на нашем уровне, на областном, я имею в виду, заявления это уже прозвучали. С какими эмоциями встречаете эти высказывания? Ну, с какими? С, каким,
Какие? Что нужно? Урезание зарплат чиновников. Урезание зарплат высших чиновников на 10% – это мизер в масштабах страны. Это ничего не даст. Нам нужны структурные реформы. Об этом говорят и сами руководители страны, и их советники, и Греф, скажем, и Кудрин. Люди, к которым руководство страны прислушивается, насколько я понимаю. И другие известные мне экономисты. Значит, они говорят, что да, нужны структурные реформы, потому что, ну, уменьшим мы зарплаты. Ну, хорошо, давайте уменьшим зарплаты всем, давайте уменьшим расходы. Что будет завтра? Завтра сожмется спрос. Раз сожмется спрос, то что будет послезавтра? Послезавтра уменьшится производство. Ну и куда мы в эту воронку катимся? Это же азы, это же известно все. Вот. Надо, извините, как в известном анекдоте, девочек менять, а не кровати переставлять. И все это знают. Но почему-то, как говорил Форрест Гамп, по неизвестной мне причине, ничего не происходит. Посмотрим, что будет дальше. Вот на уровне нашей области в том числе и такой способ экономии избран. Белых губернатор предложил приостановить на 2 года до 1 января 2017 года действие статьи, которая гласит, что губернатору области и членам его семьи гарантируется бесплатное медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение 1 раз в год, предоставление бесплатной путевки и оплаты проезда к месту лечения и обратно. Вот данное предложение, по всей видимости, в марте на очередном пленарном заседании рассмотрит наш региональный парламент. Вот такой способ экономии. Владимир, ну что вы хотите, чтобы я сказал? Чтобы я повторил то, что уже было? Я рад, что у нас люди вот так себя ведут, это замечательно, но понятно, что таким образом много не сэкономишь уж. Никита Юрьевич, я думаю, это понимает лучше многих. Я бы на это смотрел как на сигнал. Как на сигнал к тому, что надо все-таки траты поуменьшить, но есть ведь и другая сторона вопроса. Есть траты, которые уменьшать нельзя. И если мы начнем урезать все на 10%, а потом еще на 10%, не получится ли у нас, как у того цыгана, который отучал лошадь есть. Ну, все, наверное, знают, чем у него закончился этот процесс. Как написано в одном источнике, за день, да, к сожалению, за день до того, как лошадь должна была, он довел ее рацион до 1 соломинки в день, а за день до того, как лошадь должна была перейти на отменную порцию воздуха, она, к сожалению, сдохла. Вот, то есть, опять же, дело не в экономии, дело как раз в том, чтобы люди начинали больше получать, но чтобы производительность труда росла, чтобы спрос рос. Для этого нужна свобода, всего лишь. Свобода предпринимательства и всего остального. Свобода предпринимательства, в том числе резкое снижение там, отчетности, налогов. Ну, насчет налогов я не уверен. Там надо аккуратно смотреть. Отчетности, да. Чем дальше, тем больше ее. Толку от этого никакого совершенно, потому что все это прочитать, я думаю, невозможно. А даже если и возможно, то выводы-то какие? Вот, понимаете, там безумная бывает ситуация. Я вот рассказывал в прошлом своем интервью, что нашему центру, где работает там десяток кандидатов наук, люди докторские пишут, сказали, что у нас плохо с повышением квалификации. Это что имеется в виду? Ну как, вот у нас люди не растут над собой, ну вот кандидаты наук над собой не растут, понимаете, там. От вас потребовали что-то? На курсы. Задумались? Да нет. Ну как, вот надо бумажку привести, что мы раз в 5 лет повысили квалификацию, курсы прошли. То, что я сам такие курсы проводить могу, никому не волнует. Вот надо, чтобы я принес бумажку. Понимаете? Ну вот, ну это эксцесс неизбежный, связанный с этим ростом отчетности. Это явление, которое возникает естественным путем, которое вот, как в средние века думали, что мыши зарождаются в грязных тряпках, так и здесь тоже вот в грязных тряпках этой отчетности заражаются не только мыши, но и крысы, и змеи, и все, что хочешь. Это требование о 5-летнем прохождении повышения квалификации. Это, нет, само по себе оно вполне разумное, это требование. Само по себе оно вполне разумное и в отношении педагогов, и в отношении врачей, в первую голову. Но дело в том, что тут же надо смотреть, кто квалификацию проходит. Если, скажем, я там один из ведущих специалистов в стране по работе с одаренными детьми, ну где я буду квалификацию-то повышать? Я ее каждый день повышаю, когда думаю над тем, как кружок свой вести там, когда статью какую-то пишу, когда составляю олимпиаду очередную, но бумажку принести, что я курсы прошел, ну, я не знаю, я могу, конечно, там попросить своего друга Назара Агаханова, там, председателя жюри Российской олимпиады, чтобы он мне дал бумажку, что я его курсы прослушал. Но это же бред.
И как вы будете, намереваетесь выходить из этой ситуации? Да никак. Это не мои проблемы. Кружок вести мне не запретят, а больше мне от них ничего не надо. Вот. А ради чего это? Ну сейчас... Отчетность ради отчетности? Ну конечно. Это вы же все-таки какие-то дополнительные бонусы получите. Чиновники... Нет, ну сейчас я все-таки получил высшую категорию. Потому что, слава богу, сейчас никаких экзаменов для этого сдавать не надо, а надо только справку какую-то написать. Я там ее написал, набрал количество баллов определенное. Но в данном случае речь не обо мне шла конкретно, а о нашем учреждении. Вот. Я обругал это дело на одном семинаре, а потом оказалось, что там сидел человек, который этим занимается. Он извинялся, говорил, что да, я все понимаю. Но эта система, она неизбежно к этому приводит, независимо от желания тех, кто этим занимается. Вот, это объективная вещь совершенно. Ну и давайте, раз уж мы говорим, продолжаем говорить об образовании, еще хотелось бы одну инициативу затронуть в оставшиеся пару минут. Министерство образования и науки собирается до конца апреля этого года подготовить некий документ, который обяжет студентов, выпускников публиковать свои дипломные работы до момента защиты в электронной вузовской библиотеке. Совершенно правильная инициатива. Чем больше будет публиковаться квалификационных работ, тем будет лучше. Потому что, как говорил Петр I, о пописанному говорить запретить, дабы дурь каждого видна была. Вот если у человека работа списанная, то, возможно, найдется кто-то другой, кто на это пальцем покажет. И невозможно будет это скрыть. Между автором и руководителем это не останется. Конечно, и кандидатские, слава богу, публикуют сейчас. Вот, это совершенно правильная инициатива. А как вам вся эта вот волна разоблачений громких? Ну что значит как? Плагиата? Что значит как? Плохо, что у нас столько плагиата, что я могу сказать? Очень плохо. Но это вопрос не на минуту. Это вопрос ведь не в том, есть разоблачение или нет разоблачения. Вопрос в том, на какой почве это произрастает. То, что делает возможно такие разоблачения. Понимаете? Насколько я знаю министра Ливанова, он вполне бы с удовольствием с этим совсем боролся и борется, но ему не все дают сделать, понимаете? Слишком много лоббистов, если в Думе у довольно многих депутатов вот такие вот диссертации, то как вы думаете, она примет когда-нибудь соответствующий закон? Ну, она даже говорить об этом не будет. Это СПИД. Если у вас поражена иммунная система, то горе вам. Если у вас поражен мозг. Поэтому тут вот с головы надо начинать. А как начинать-то, я не знаю даже. Вот. Ну что, чем больше будет этих разоблачений, тем будет лучше. Вот, по крайней мере, один позитив был, когда директор московского «Солнца» ушел с поста, был вынужден уйти, когда выяснилось, что у него диссертация списана. Вот. Это мне близко просто по роду деятельности. Ну так, в общем, надо бороться все равно, что делать. Нам пора закругляться, без 15:02 на часах. Я благодарю гостя студии, чье особое мнение мы сегодня услышали, Игоря Рубанова, заместитель директора Кировского центра дополнительного образования одаренных школьников. До новых встреч, спасибо. Спасибо всем, кто слушал.